дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка. Ой-ой-ой, батарейка. Возвращалась ко мне сквозь мои расставания, но несмотря ни на что пришла судьба злодейка, и у любви у нашей села батарейка. Ой, я ее батарейка. Все как всегда, все те же чашки, ложки, все та же в кране вода, все тот же стул без ножки, и все о том же с утра щебечет канарейка. Лишь у любви у нашей села батарейка. Такой результат должен у вас быть через 2-3 дня, как Рома говорит. Мне это всегда прикалывает. Ну вот так поиграйте 2-3 дня. Ну, в смысле, имеется 23 дня. Он просто и вставляет зачем-то там, или запятую такую. 2-3, ну то есть 23. 3-2, 32. Петь не получается ни хрена. Ой, ой, ну ладно, я думаю, те, кто идут по урокам прям четенько, ну, исполняя прям достойно каждый урок, то есть, ну, задание каждого урока, и те, кто прошли метель, я думаю, вот эта песня, как это, «Жуки» или кто это, «Батарейка», она уже просто легчайшая, кажется, после всех заданий, которые были раньше. Напишите, что там у вас, какие успехи, кто там тоже идет по урокам, интересно же. Всем творческих успехов!